зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить две теплицы, павильон 3-метровой ширины, одна четверка, другая шестерка. Будут у нас коньковые фрамуги на термоприводах, цельная дверь и форточка в торце в каждой теплице. Вот пока приехали, располагаемся и приступаем к сборке. Сначала собираем брус. Продолжаем строить теплицы. Поставили каркасы, закрепили, выровняли. Обшили стены поликом. Сейчас делаем переливы. Переливы установим, пойдем крыть крышу. Вот две такие теплицы. Раньше тут стояла одна, длиннющая. Сколько получается? 12 метров теплица была. Сейчас будет четверка и шестерка. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 3х6 и 3х4. Цельные двери по торцам, форточки в торце с другой стороны. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40, нога, арка 40 на 20, арки в виде ферм, каркас покрашен полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью, не к земле, а к... тут бетонно-кирпичное основание, скажем так. Закреплен с помощью пластин уголков анкеров. Также имеются диагональные усилители в каждой теплице для большей жесткости. Имеются форточные коньковые фрамуги на термоприводах. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такие две классные, объемные теплицы. Главное, они очень прочные и надежные. У нас получились. Сейчас ракурс выберем. О, вот такой вот объект. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.